Всем привет! Сегодня героем моего обзора стала мицеллярная вода Эфаклар Ультра от французской марки La Roche-Posay. Мицеллярная вода предназначена для жирной и проблемной кожи. У меня мини-формат данной воды 100 мл. Упаковка представляет собой прозрачный флакон, крышка флип-топ. В мини-формате пластик флакона достаточно твердый и с трудом поддается нажатию. Видно, что вода во флаконе пенится, если его хотя бы слегка встряхнуть. Мицеллярная вода имеет свежий аромат, приятный и ненавязчивый. Также мицеллярная вода содержит термальную воду La Roche-Posay и не содержит отдушек спирта, красителей и масел. Описание от производителя. Архитектура формулы мицеллярной воды, разработанная дерматологической лабораторией La Roche-Posay, позволила соединить силу мицелл и глицерина для достижения оптимальной эффективности и переносимости. Мицеллярная вода равномерно распределяется по поверхности кожи, не вызывает трения и повреждения защитного барьера кожи. Благодаря формуле средства происходит прочный захват и удержание всех частиц макияжа и микрозагрязнений. Данная мицеллярка мне подошла идеально и даже обошла любимую мной биодерму. У меня комбинированная чувствительная кожа. Использую я неводостойкую косметику, и с ней мицеллярная вода отлично справляется. Она очень нежная, но при этом эффективная. Нет абсолютно никаких неприятных ощущений, нижения, ни покраснения кожи или самих глаз. Поскольку данное средство предназначено для проблемной кожи, я думала, что после нее может быть легкий эффект стянутости кожи, поскольку в состав входят ингредиенты, обладающие себорегулирующими свойствами. После использования абсолютно нет чувства стянутости, только ощущение свежести. Производитель в рекомендации по использованию пишет, что не требует смывания водой. Хоть липкости после себя она не оставляет, в любом случае я всегда смываю мицеллярку. Все заявленные функции средства выполняет. Идеально очищает от макияжа, уменьшает избыток себума, не комедогенный, к тому же не раздражает слизистую чувствительных глаз. Мицеллярная вода Эфаклар Ультра от La Roche-Posay мне очень понравилась, и я буду приобретать еще и не раз. Однозначно рекомендую, она прекрасно справляется с макияжем, при этом совершенно не раздражает чувствительную кожу. Пишите в комментариях, на какие другие средства данной марки вы хотели бы увидеть обзор. Всем пока!